История баскетбола легендарна, а начиналась она так. Знаменательно зимой 1891 года студенты города Спрингфилд томились от тоски на занятиях по физическому воспитанию. Собрав силы в едино, они положили конец однообразию спортивных упражнений и придумали такую игру, которая отлично удовлетворяет соревновательные способности сильных и здоровых молодых людей. Преподаватель физической культуры Джеймс Нейсмит поддержал инициативных студентов и привязал первые корзины к стенам зала. Начало было положено, но вряд ли кто мог предположить, какое будущее ждет преподавательское и студенческое детище. Спартакиада здоровья в стенах Казанского федерального университета очередной раз доказывает, как много значит спорт в жизни каждого. И в этом году участники не подвели, приняв самое активное участие в состязаниях спартакиады. Стук мяча, крики болельщиков, которые отлично слышны в стенах Уникса, наглядно демонстрируют каждому, насколько зрелищное первенство по баскетболу удалось разыграть профессорам и ученым, а также преподавателям и сотрудникам Казанского федерального. Но по итогам жеребьевки, соревнований по баскетболу, все участники были разбиты на 4 подгруппы с учетом прошлогодних результатов. То есть сильнейшие 4 команды по прошлому году были разведены, а все остальные команды распределились путем слепого жеребия. Матч разыграли игроки из 18 институтов, а также филиалов, кафедры физвоспитания, департамента по молодежной политике, дирекции спортивных комплексов и аппарата управления. Игроки своим примером отлично стимулируют молодежь к занятиям физической культурой и спортом. Здесь дружеская атмосфера. Есть те преподаватели, сотрудники которых друг друга не знают. В процессе проведения соревнований они друг друга знакомятся и находят общие контакты, и в дальнейшем дружат между собой, общаются. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.